Всем привет, привет, ребята, и мы привет. Уже ждем Дарину где-то 20 минут. Она даже где-то больше. Шляется, я просто не понимаю, где. На нее то кукла так действует или что? Может, и кукла, да, может, и что-то другое. То есть, ну, как бы, ее нет 20 минут, даже больше. Возможно. Она ушла с этой куклой, так и не вернулась. Может, устроила жена... истерику. Да. Как обычно, в общем, ребята, ничего интересного. Вот. И мы еще спланируем ее искать. Лера пошла за ней. Я пока ее не вижу. Лер! Лера! Ты где? Лера! Можно там, где ты есть? Сади, проверь. Мы пока как мы постоим здесь. Лера! Господи! Нашла время шуток. Я испугался. Да. Ребята, всем привет. В общем, мы искали Дарину. Я там увидела прикольных котиков и хотела их позвать, но... Что, кузиков? Кузиков. Кузиков, кому что? Кузики, да, увидела. Котиков увидела, хотела их позвать, но не получилось. В общем, мы тут развлекаемся, Дарина непонятно где. В общем, идемте искать Дарину. Давайте. Сейчас объясню, в чем суть. Кукол там нет, Дарины тоже там нет. Мы знаем, где она. В общем, непонятно. Что-то... Стремно здесь происходит. Вот эти котики. Вон один уже побежал. Тут и было трое. В общем, здесь я выкинула куклу. Дарина побежала за ней. И куклы больше нет. Может, она на том месте? Ну, идем. Ну, как будто даже следы остались. Да, как будто она бежала туда. А здесь коты появились, три кота. Ну, я же говорю, они какие-то испуганные. Ага, Леру испугались. Тебя, Влад. В общем, идемте туда. Так, давайте разобрать логически. Кукла вот. Была здесь. Кукла была здесь. Да? Настя, мама. В джунглях. Так. Кукла была здесь. Дарина ее взяла. Покачала. Ну, подержи. Говорит, что это живая кукла. Потом мы отошли. Она типа упала. Угу. Потом я куклу выбросила. Она ее взяла и убежала туда. Да. Потом она там была. Я опять выбросила куклу. Она просто... с нами и вернулась. В итоге ни Дарина, ни куклы здесь нет. Yeah. Мне кажется, может, она сидит в этой заброшке, потому что, типа, взяла, побежала и сбежала в заброшку. Поэтому она... Или задержит там, дыхание. Или он там. Поэтому, мне кажется, она в этой заброшке. Идемте в эту заброшку. Давай, ну, тебя разделимся. Давайте разделимся, да. Да, давайте. Только разделяемся и ищем. Аня, давай со мной. А? Давай со мной. Опачки. На. Кстати, напомни, я потом тебе кое-что хотела сказать еще. Спасибо. Ой, из камеры, да? Попочка! Послышалась, как попочка. Попочка. Идемте. Идемте. Привет, мальчики. Так, вы идите по этой территории, мы пойдем с Аней по той. Встречаемся на главном входе. Я пугаюсь. Я тебя отпугался. Дарина! Ой, котик еще один. Дарина! 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 Ого, ребят, я-то одна так не замечала. Одна, наверное. Или это было? Ты это замечала? Ну да, это было уже. Так, тут ее посмотри тут, а я пойду посмотрю тут. Дарин. Мне кажется, ее здесь вообще нет. Может, она домой пришла? Может, она... Кстати, реально, может, она домой пришла? Так, давайте еще следующую заброшку сделаем. Мало ли, может, она там. А может, она следующую заброшку? Я же говорю, мы сейчас пойдем туда. И если ее там нету, то тогда она пошла домой. А это там мучается? Влад, Влад, идем. Ого, коровы. Это что? Это коровы. Ого. Ой, блин. А о, если коровы. Там... А, не, Нора, я думала, мы туда не пойдем, потому что там машины стоят. Коровки. Я боюсь коров, потому что мне как-то ты в детстве... боишься? Да, потому что как-то меня в детстве, меня учили доить коровы, я только подхожу, ну, даже сзади стояла, меня копытом ударило в дыхалку. Пахи. От них так воняет. Так. Идемте в эту заброшку.
Ну, потому что если ее нет ни в этой заброшке, ни в той, я уже просто не знаю, что думать и где она может быть. Ну, я уже хочу кушать и пить, я просто уже не могу. Короче, находим Дарину и идем домой. Да. Кстати, ребята, я вам сейчас медленно проведу камерой по этому месту. Мало ли, может, вы какую-то сущность видите, обязательно напишите. Тихо. Да. Я буду проводить медленно, если вы увидите какой-то силуэт или еще что-то, внимательно сейчас посмотрите и потом напишите нам. Меня увидели силуэт. Кстати, смотрите, кот роет нашу яму. Где маска лежала? В смысле маска? Дейка, что там делаешь? Какой, может, она просто в туалет ходила, может быть? Что за маска? А, не суть. Сейчас идемте туда. Маска обычная. Смотрите. Пароль. 0000. Да. Так, ладно, давайте идемте. Дарина! Мальчики, мы и Дарину ищем. Мы ее потеряли. Мы ее потеряли. Дарина! Дарина! Даринка! Дариночка! Дарина! Дарина. Дарина? Дарина, привет. Привет. Что ты здесь рисуешь? Смотрите, что моя солнышко нарисовала. Дарина, это... Ты же рисовала? Нет, это моя солнышко. Она когда подрастет, я ее сдам в художественную школу. Но еще лучше научиться рисовать. Дарина, это даже не рисунок, это такая пентаграмма. Это пентаграмма вообще. Ну смотрите, какое золото. Моё бусинка. Посиди, я дорисую тут. Хорошо? Дарин, стирай это. Дарин, у ребёнка вообще такие вот. Вообще, зачем это? Да не переживайте, Даринке нормально. Да? Нормально. Даринка. Даринка. Даринке? Да. Ты ее Дарин назвала? Может, это стереть? Солнышко. Моё бусинка. Дарь. С собой кого-то привели? Нет, там просто корова. Там корова ходит. Да. Вон она сзади нас. Дарин, иди ко мне. Дарин. Олежа здесь? Отдохни. Дарин, успокойся. Ты что делаешь? Дарин, это просто кукла. Ты как смеешь забирать моего ребенка? Воу-воу, Дарин, Дарин. Отойди. Дарин, Дарин, это что ты делаешь? Да, успокойся. Тихо. Дарин. Гол домой. Все. Дарин. Домой. Трэш. Тихо, Дарин, все нормально. Дарин, все нормально. Дарин, мы просто отсюда уходим. Дарин. Что ты сделала с моим ребенком? Дарин. Я ничего не делаю с твоим ребенком. Дарин! Дарина! Дарин! Это вообще выглядит страшно! Дарина, успокойся! Тихо, мальчики! Я не понимаю, что происходит. Дарина! Дарин, это ты сделала. Насколько вы эгоистичные люди. Мы? Дарин, мы тебе спасти вообще-то пытаемся. Ты... Это же ребенок. Дарин, это кукла. Зачем вы так делаете? Дариночка, не переживай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Дарин, успокойся. Да. Дарин, мы ничего не делаем. Дарин, ты... Зачем вы все сюда пришли? Дарин. Кто вас сюда звал? Дарин. Тебе помочь. Чем помочь? Да вы только хуже делаете. Мы зачем? Мы тебя спасаем вообще. Дарин, не переживай. Дарин. Все, выкинь. Дарин. Дарина. Дарина. Бегите, Дарин, мальчики. Да я вообще не понимаю. Сразу пентаграмму. Ребята, я не знаю, что это за бред. Реально просто неадекватно. Бросила ее сначала. Ну, Дариночка. Потом ее вообще, пропала как вообще. Как она могла назвать куклу Дариной? Дарина. Блин. Мальчики кричат, ты слышишь?
Мальчики, мальчики, нормально. Кричат. Мне страшно, Ань, руку. Ребят, честно, очень страшно, мальчики только что кричали. В общем, мы идем за ними. Где мальчики? Где мальчики? Я же вас попросила! Уходим, 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 пожалуйста. Ребята, всем пока!